Развитие экономики региона невозможно без рационализаторов, поэтому Всероссийское общество изобретателей активно поддерживает инноваторов. ВАИР сейчас обновляется, мы вводим новые продукты для поддержки изобретателей, для, в принципе, взаимодействия как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения научно-технического развития, образовательные продукты и достаточно широкие консалтинговые проекты, поэтому приглашаем всех к сотрудничеству. К слову, областная библиотека была выбрана для проведения круглого стола не случайно. У нас в библиотеке создан центр поддержки технологий и инноваций. Это информационный и консультационный центр. Это международный проект Всемирной организации интеллектуальной собственности. Такие центры создаются на территории Российской Федерации в различных учреждениях, в том числе и в библиотеках. По итогам совещания решено, чтобы появлялись изобретения и инновации, нужны благоприятные условия. Это организация конкурсов, награды, все, что будет стимулировать рационализаторов. Екатерина Пармон, Андрей Мазунин, события Брянск.